следующей игрой является Gothic 4. Все ее просто в пизду заговнили. Не побоюсь этого слова. Дайте-ка я съем еще картошечку. У меня еще дохуя картошечек, две штучки. Она загружается. У меня еще мало дискового пространства. Только дебилам он говорит, что мужчина дерьмо. Она дерьмо. Она охуенная. Я имею шамошку. Собаки. Охуенная трава. Не, не бьет. Ну, чувак бежит, игра тормозит, но мне нравится. Ну что, охуенная детализация, ну хуйня какая-то, мы её запиздим. Кровомуха, пиздец, они смешнее не могли назвать. Кровомуха. Назвали бы ебаная стрекоза, нахуй, было бы более понятно и объективно. Пизда кровомухи, берем у нее жало-хуяло. Блин, травы просто до пизды. Травы до пизды. Неплохой интерфейс. Погода. Дождик. Серые облака. Камень. Прыжок. Ух. Хуярим в лес по дорожке. Крепость. Хуй какой-то раутер. Нажмите Е, чтобы поговорить Е. Что тебе известно о старой шлюхе? Малыш, бля, ты ебало, открой нахуй во все глаза. Малыш, блядь, я тебе сейчас луком в бородку засуну, блядь. Я гляжу, нахуй, ты долбоёб полный, блядь. У тебя мозгов вообще в пидорню нету. Ты какой год, 1232, что ли? Ты долбоёб. Ты долбоёб. Иди ты нахуй. Ты опять меня назвал малышом, ебать, ну ты долбоёб, пиздец. У тебя слов нахуй нету, ты раутер, ты говнюк. Блять, как бы пропустить эту хуйню, он просто долбоёб. Конец. То есть мы видим, долбоёб он меня называет малышом. Я властитель этого мира. Я малыш, он меня называет малышом. Долбоёб. Смотрите. Гроза. Дождик. Лес далеко-далеко. Трава, костер. Я на костре. Ну это, блять, нет ни в какой игре. Обливион тут. Обливион крут, но для своего времени. Сейчас Готико сделал четвертое. Те, кто гонит на нее, говнюки, к сожалению. Это так, они зажрались. Это говорят зажратые чуваки, которые просто не понимают, что они хотят от игры. Гонят всякую хуйню, а скажи им, что графика главная, они скажут, бля, да сюжет это пизда. Долбоебы. Хуярим гоблина, племени жукоядов, охотник племени жукоядов. Мы его закликиваем, получаем дохуя опыта. Нажмите Е, чтобы собрать. Жмем Е, чтобы собрать. 4 золота. Не, Готик 4 это пиздата. Обвиняет только зажравшиеся долбоебы. Те, кто начал недавно играть, думают, бля, ну что они обвиняют, охуенная игра.
Они не понимают истории всего этого гейминга. У них дебильные придирки, лишь бы сделать имя на этой игре. Ничего подобного, игра охуенна. Кто бы в 2003 году дали сыграть в эту игру, они бы обкончались 5 раз и сказали, что, бля, пиздец, коммунизм наступил. Мне уже сильно хочется поспать или полежать. Но я посмотрю Assassin's Creed первый, не второй, не третий. Я его пытался проходить, продолжу проходить, сделаю в конце обзор. Для своего времени это была просто охуенная игра. Прорыв, хотя на самом деле это консольщина, но консольщина в своем топе, поэтому она прорыв. Бля, уже хочется блевануть или поспать, или одно из двух. Реально, бля, сил нету. Вначале, когда начинаешь играть в эту игру, кажется, что она охуенна. Но стоит чуть-чуть подольше в нее поиграть, понимаешь, что это консольщина, к сожалению. Это качественно консольщина, но консольщина. Мы видим карту. Хуй знает, куда бежать. Ой, бля. Хуйня какая-то мигает. Сил нету. Хочется блевануть. Ой. Диск и тормозит. В пизду ее нахуй. Не обращайте внимания. Он бежит. Видим гамма. Он сначала не бросается в глаза. Наоборот, кажется, даже классный. Но в итоге гамма коричневая, что ли, блядь, или какая. Ну, не желтая, но коричневая какая-то. Все бесит. Потому что это именно та самая хуйня под названием гамма. Когда вся игра окучена в какой-то ебучий цвет. В данном случае какой-то коричневый. Это факт. С этим невозможно спорить. Гамма у данной игры есть. Диск тормозит. Ну и нахуй его. Все, харе.